общем, итак, повторяем, у нас есть сайт автообзвона, мы пытаемся его засунуть на First VDS, то есть наш сервис автообзвона загрузить на First VDS. Запятая, поэтому мы сейчас пробуем. Что здесь вообще? Здесь была приведена, что robofast.info. Точка. Не могли. Короче, его мошенники взяли. И мы не можем этот сайт теперь привязать. Представляете? Запятая. Мы этот сайт теперь. Короче, этим сайтом кто-то пользуется из мошенников. Мы не можем его. Этим пользовался его кто-то, ну не из мошенников, а просто дропнули домен. Дроп на нашем сайте сделали дроп. Точка. Представляете, на нашем сайте сделали дроп. Охереть просто. Просто охереть. Точка. Что же делать? Ну вот смотрим, что они здесь пишут. Наименование услуги. Запрос был разделен. Предыдущее обсуждение в запросе. У меня нет риэлтора. Для RoboFast, какие данные прописать, но если направить на сервер, какие мне данные регистратора указать, чтобы заработал сайт RoboFast Info. Ваш запрос передан в отдел продаж, отдел заботы о клиентах. Охренеть, столько здесь вопросов. Так, ну давайте еще раз попробуем. Так, можно ли потом из образа развернуть? Ну-ка, давайте посмотрим. Все, я понял, как привязать автообзвон. Нужно просто зайти вот на Intel. И на Intel уже просто загрузить на MegaNZ, запятая, с MegaNZ, они этот First VDS, они потянут на свой хостинг этот образ. Все, теперь я понял все. Ну и как понял, я это и знал, и что я на себя наговариваю постоянно, запятая. Я это и знал, я просто теперь на MegaNZ загружу. Вот.